Это сделано для удобства жителей и гостей Сочи на период летнего сезона. В связи с увеличением пассажиропотока в международном аэропорту Сочи уже который год подряд департаментом транспорта и дорожного хозяйства вводится дополнительный сезонный маршрут, связывающий центр Сочи и аэропорт в круглосуточном режиме. Необходимо отметить, что пассажиропоток на маршруте достаточно стабильный, в том числе в ночное время. Напомню, с начала июня продлен режим работы всех автобусов. Транспорт общего пользования работает до 23:00. Маршруты в направлении Сочи-Адлер курсируют до полуночи. В Лазаревском районе запущены сезонные маршруты автобусов номер 67 и 78. Расписание движения маршрутов в городском и пригородном сообщении можно отследить в реальном времени на сайте Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи.